Народ, привет! Начинаем наше новое видео. Отошли мы от центра города чуть-чуть. От площади, это есть? Да, от площади, да. Смотрите, какая красота. А центр города, где он находится, сейчас покажу вам. Площадь, рынок. Да, а вот же он, да. Старое место. И отошли чуть-чуть. Да, это старое место, но это такое не дуже старое, обычно. Ты что? Такое не такое старое. Конечно, мы просто устали уже, наверное, от всех сегодняшних перепитий. Только вчера прилетели, не отдохнули, прилетели ночью. Так, вот такой вот костел Святого Яна и улица Святого Яна, кстати. Что там люди подсматривают? Идемте, мы подсмотрим, что уж вы с нами. Ну, ага, типа вход, наверное. О, сейчас прикрою вам свет. Вход, наверное, платный, поэтому просто посмотрим. Нет, там люди молятся. А, ну ладно, не будем мешать. Мне вообще там плохо видно, если честно. Если бы я бачила, наверное, не сказала бы. Мне нравится, когда Наташа прерывает иногда. Ну, в принципе, может, и правильно. Вот тоже такая красота. Все, честно, ищем еще где бы покушать, потому что что-то в центре очень уж недешево, а у нас осталось где-то 70 злотых, потому что здесь курс слабенький такой, 4,5,9, 4,30, и то 4,5,9, не факт. Зашли где-то было 3,81, да, я за 100 евро все говорю. Поэтому, а в галерее Краков в чудесном моле мы меняли по 475. Кстати, машинки красивые. Вот, сейчас пройдемся вперед, покажем, что есть впереди. Очень красивое здание там просто. И вообще здесь красивые очень дома. Такой центр города, конечно, старое место. Красивое. Просто прогуливаемся. Ой, а кто там? Елочки сидят, смотри. Вон вход. Угу. Дом вообще красивый, как покрашен. Все дома такие чудесные. Здесь герб какой-то старинный, все написано Irish Pub. Ирландский паб. Ну, как бы в пабе, думаю, особо не поешь, только попьешь. А вон какие. Но вензеля красивые. Смотри, какие дома. Угу. Вообще. И ангелочки, вот что Наташа заметила. Ну, идем. Что уж, главное по сторонам смотреть, чтоб на капоте куда-то не уехать. А за нами такой дом был, такой он требует, конечно, внимания. Там пустой, бедный дом. Да, наверное, его нужно брать на реставрацию. А наверху вообще очень красивый. Угу. Интересно. Да, такой ангелочек с пузиком, смотри. Угу. Такой вензель прям. Мне всегда так вот эти атланты, или я не знаю, как называются, которые колонны держат. Мне так тяжело на них смотреть. Мне кажется, им так тяжело держат, потому что. А ну это была галерея Постворовский. Интересно. Так, у нас интересует вот то здание, которое впереди. Кстати, смотрите немножко про улицы. Это улица Святого Яна, да? Улица Святого Марка. Мы зовем на улице Святого Гржижа. То есть все время такие старые места, центр города, улицы посвящены святым. Тут куда ни глянь, красота, честно. Повернулся туда, повернулся туда. Север, запад, восток, юг. Везде красота. Наташа, застрявшая в красоте. Так, ну давайте все-таки пройдемся к тому зданию, которое заинтересовало. И мы просто прямо из центра-центра города, ну это везде центр, естественно, свернули к нему. Кстати, ресторанчик какой-то есть. Что здесь по ценам? Фарина. Что за ресторан такой? Хотелось бы что-то попробовать такого, да, вот местного. Угу. Вот здесь. Так, непонятно, пока супы какие-то есть. Супы.
супы не местные, тоже по 35 это прилично. Какой-то медитериан, то есть морской и спайси краб. Ну, что-то все какое-то. Не четверг ли сегодня? Не четверг? Нет. Наташа нашлась. Ну, так, ну пойдем дальше посмотрим. Красивые такие барельефы снова. Такой, как гром какой-то кричит. Ну, вот если перевести, и здесь красиво. Тоже вон Святого Яна, Старое Место. Ну, Старое Место – это старый город. Понятно, мы все еще в центре. Но от центральной площади, я имела в виду, мы отошли. Такие ворота, прям домик такой. Помните, мы в Киеве искали, как найти воронов. Мы останавливаемся, все фотографируем, потому что первый раз в Кракове. Первый раз нормально в Польше. Было раз, мы ехали через Польшу целый день из Праги в Киев. Но эту поездку мы не считаем, что мы видели страну. Какие фонарики интересные. Ну, все-таки подойдем, узнаем, что это. Смотрите, какой прикольный кабриолетик. Кстати, это House 15 Palace Hotel, то есть принадлежит отелю. Здесь тоже H15 Palace Hotel. Наташ, смотри, в отеле транспорт какой классный. Принадлежит отелю, да, вообще шикарно. Сели и поехали. Вот, наверное, сам отель и барельефчик к нему симпатичный. Так, а я уже вижу надпись, что это Кристо Франческо Турата. Франческо, что? Франческо. Ну, вон, вверху надпись. Я только вижу Кристо Трансфигурата. Во. А где Франческо? А я показала, что Франческо. Кристо, мне показалось, что Кристо должен быть Франческо, я не знаю. Просто красота вот такая. Повернул, прошел. Музей чего-то. Сейчас вам покажу. А очень тоже такой древний домик, да, но отреставрированный. Очень ухоженный. Очень ухоженный, красивые витражи. Музей Зарторички. И чё ж, Зарторикич. Так, короче, народ, я пыталась прочесть. Вот, музей туда. Что за музей такой? Вход не здесь. Ну, хорошо. Да, тут все-таки красиво очень. Да, теперь я вижу, что это не Франческо, это Трансфигурата. Ну, шо, очки не одела сегодня такие. Одела от солнца. Угу. Красивое такое Трансфигурата. Что это, кафе такое красивое, зеленые такие рамы? Да, кафе красивое, кстати. Вот отошли уже, смотрите, от центра уже улица не по святым называется, уже Святого Яна и Пожарска. Пижарска. Пижарска. Ну, это я так перевела. Ну, я думаю, ты правильно перевела, молодец. Ой, красота, смотри. Ой, смотрите, подождите, а Франческо что-то открыто? Давайте во Франческо пойдем. Это отель. Это отель? Господи, я думала, что это отель уже. Ну, так, народ, беру вас с собой, надеюсь, мне не будет страшно, меня не выгонят. Красиво, кстати, красиво. Посидеть, что ли? Занырнем. Да что такое? Все подсматривают сегодня. А, наверное, слово служба, люди молятся. Ага, ну, Мариатский костер мы показали, дальше мы уже не пойдем. Сейчас присяду, покажу. Ну, красиво. Так. Ага. Все понятненько. Вот, посмотрели. О. Красота. Вот прям микс современности. Велосипед, машинки и лошадки переносят нас в старину, давнину. Древний город Краков. Ну что, прогуливаемся дальше.
какие-то. Глухая немножко к раковым. Это как бастион какой-то. Смотри, ворона. Бачишь? А вот, увеличь. Черный сидит. Я думала, это голубь сидит, а это нет. Это чугунное что-то. Ну, то есть это птичка. Это птичка, это ворона, да. Это что это за музей? Трансфигурации какой-то. Ну, давайте. Краков без барьер. Все, Краков без барьера. А ну давайте посмотрим, что там. Так, что я могу сказать? Наверное, вход здесь платный или нет? Непонятно. Ну давайте хоть так глянем. Угу. Вот люди заходят, охранник есть. Сергей, может, это один из отделений Ну, понятно, что охранник говорит, что рассказывает. Ну, давай пойдем, пошли. Сколько это стоит? Я не знаю, но можно просто быстро поснять и уйти. Ну, лишь подходит. Пошли, посмотрим. Отправит нас, ну, смотри. Отправит, отправит. Что там, просанитаризировать руки? Пошли, пошли. Никто нам ничего не говорит, никаких билетов не надо. Все, заходим, смотрим. Вот люди с наушниками выходят, что-то может планируется. Все, зашли бесплатненько пока, не знаю, может что-то платное есть. Это, наверное, что-то отреставрированное. Ага. То есть тут где кафетерия, где туалеты. О, это важно, кстати. Наташа, вижу, здесь есть туалеты. Касса слева. Касса, ага, касса, Дивы, значит, все. Она ведь украинскую ее. Да, классно. Видишь? А, то есть, что здесь можно увидеть? Князьев Чартурских, причем вот отныне вытворим. Чартурийских. Я почти правильно прочла. Только сказать Чартурийских. Так, нам в туалет бы сходить, кстати. Вон кассы, кому интересно. Ну и вот такое начало. Да, отреставрирована красота, конечно. Ну то, конечно, когда у тебя много дней в Кракове, а не два всего. Хотя планировали три, спасибо Визейру. Леонардо да Винчи здесь есть. Да. Она уехала уже. Ты нажала, и Леонардо уехал. Ну вот, смотри. Леонардо, ты где отзовись? Нет, ну это музей, конечно, стоит потратить, наверное, целый день, потому что мне непонятно. А, польский, инглиш. В общем, тут балуемся, ищем, что надо. Что делаем? Идем в туалет. Мы давно хотели. Все. Обзорочки не будет, народ. Обзорочка туалета в следующий раз. Обзорочка будет. Вот туалет, кстати, красиво. Ого, народ, красиво. Вот, наврала я, обзорочка будет. Что там? А ну, Наташа, стой. Все есть, смотрите, бумага есть, унитаз есть. Умывалочка есть, салфетки есть. Все бесплатно. Шикарно, пользуйтесь. Так, народ, про музей Чарторышский, значит, тут единственный классный дост, который, ну, мы знаем, дама с горностаем, да Винчи. Все, вход стоит 35, еще там за что-то 70, наверное, все выставки, и аудиогид 10. Я вот вижу красоту. На украинском языке есть, да. И я вижу красоту, которая напоминает мне Андреевский спуск и картины художников, которые продаются. Это не барбакан случайно, строение, которое защищает. Защищает Краков. А ну идем посмотрим, что это такое. Мужчина стоит на этом, на входе. Так, давайте глянем. И картины тоже очень нравятся. Ой, красота какая. Слушайте, ну просто прогулка Кракова. Просто мы вышли, стали снимать видео и красота. А, это хотел польский. Это хотел, я думала, это какая-то уже... Кафе интересное. Так, что это такое? У нас, значит, памятник. Меркьюри Берталь. Какой-то мужчина. Наверное, ну не какой-то, но мы если узнаем про него больше, мы вам напишем. Меркурий. Ты что, не бачишь? Меркурий. Бог. Ёлки-палки. Бог? Торговли. Так он?
Так он как бы Меркурий, ну как-то года странно его указываются. Ну, это, наверное, человек, который создал. Наверное, человек, который создал, потому что как-то странно у Бога указывать года. Да, поэтому меня это как бы поразило. Ох, какие пряничные домики. Ух ты! Так, а это что такое у нас? Музей. The City of Krakow. Это принцесс Чарторижский. Это все еще Чарторижский. Наверное, 70 за разные. Вот 70, наверное, за вот эти все. А 35 был только за вход и за даму с горностаем. Это оружейка, значит. Да, мы так уже нагулялись. Я думаю, что 2 часа, могу, це треба ви на тільки. Ну да, это нужно как бы приехать специально, а не на 2 дня. Поэтому музей пока оставляем, но он был у меня. Я прочла Наташе в листе. Он реально был у меня. А вот Наташа любит эти вот музеи такие ходить, смотреть. Вот Лувр, да, Лувр просто. Лувр, ты сходила вдоль и поперек, и я тебя еще вытаскивала. Какие красивые картины. Девушка с зонтом гуляет, красота. Котики. Очень много людей на велосипедах. Если в Абу-Даби в основном и в Дубае на скутерах, на велосипедах. Не, вот там вот, в окне. Страшноватые. Чё? Милый. Собачка. Та улица Ижарска, напоминаю. А вот Флорианска. И вот, да, уже, наверное, Флориан... Мы просто должны были с другой стороны подойти. Мы эту улицу видели, когда мы с Морятского костела снимали. То есть мы ее прошли наоборот. Мы сразу подошли к Флорианским воротам. Да, я хоть их сниму. О, а вон виден Морятский костел. Красота, красота. Ой, Наташ, иди посмотри хотя бы. А как мы... Чуть не прошли. Ну все, давай, заходим. Ага. С двумя ангелочками. Сидела Мария, наверное. Ну, давайте зайдем, посмотрим, что там. Очень нравится, что напоминает родной город. Хандреевский спуск. Сувениры, рисунки. Понятное дело, что, наверное, рестораны здесь недешево. Украина. Вот красота какая. Ух ты. Ну и парк, который окружает просто вот кругом Краков. Мы уже по нему гуляли и шли на вокзал, чтобы купить билеты. Называется как Регулямин Плант Кракович. Краковских. Угу. Потому что вот это именно улица, ну, с деревьями, она носит некое название. Давай просто обойдем и посмотрим все это строение. Кстати, Глова, здесь очень много Глова. Просто мы и видели. Там, по-моему, только Глова и видели. Так, что здесь? Указатели есть. Давайте посмотрим, что здесь есть. Вавельский замок. Ага. Что-то еще. Что, Вавель? Только Вавельский замок только знаю. Туда какой-то плац. Старый Клепац плац. Палац, наверное. Банк Польский. Нам в Банк Польский пока не надо, но я хочу это строение обойти. Если бы не дождь, можно было посидеть. Хотя вроде как скамейка кажется сухой, на самом деле она мокрая. Не, она мокрая. Красота вообще. Любуемся, просто любуемся. То есть гулять не перегулять. Какой ров прям. Ух ты. Красота, да, оттуда мы пришли. Сейчас я вам полностью покажу это строение.
Вон красота. Везде красота. Машем трамвайчику. И давайте обойдем, просто прогуляемся. Оно большое, даже как-то уже не получается это. Я уже сузила минимально. Очень глаз радует зелень. Ой-ой-ой, как же классно. Красота просто. А вот на скутере. Зря я говорила, что нету. Есть, но на велосипедах очень много. Очень. Ну а вот и на мопедике Глоба поехала. Памятник кому? Грюнвальд. Грюнвальд? Да. Это который с этого? Король, мабуть. А, я думала, Грюнвальд, помнишь, там был, по-моему, эти вот какие-то необычные животные, места, где они обитают. И там тоже Грюнвальд был, его Джонни Депп играл, по-моему. Так, я думаю, что он здесь тогда? Ага, здесь какие-то перестроения, построения. И вот вход. Мне интересно, когда-нибудь он был открыт? Ну, вот замок висит. Похоже, да. Когда-то он был открыт, а сейчас идет реставрация. Давайте полюбуемся с вами этой красотой. Нет, придется отойти все-таки, чтобы вам полностью ее показать. Хо-хо! Чувствую себя где-то в сказке. Барельефчики. А, и трезубец, конечно, красота какая. Красиво. Угу. А интересно, что это? Оно все в сетках. Ой, а вверху какие грифоны сидят два. Ну тут куда взор не кинь, по-моему. Город обалдеть. Город просто обалденный. Вот так вот вышли, нашли, прогулялись, нашли Флорентинские ворота. Мне кажется, это здание должно называться Барбакан. Посмотрю точно, напишу в субтитрах. Вот такая прогулка. Шли от старого места, от старого города. Увидели кучу всего и много всяких и церквей, и красивые здания, и Флорентинские ворота. Ну, вот такой он, Краков, очень красивый город. Сейчас июль месяц, холодновато, плюс 17, но все равно рекомендуем, приезжайте. Спасибо, что были с нами, что гуляли с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!